Обычная многоэтажка на северо-востоке Москвы. Именно здесь, не выходя из своей квартиры, 32-летний мигрант организовал нелегальный прибыльный бизнес. Таким же приезжим, как и он сам, мужчина помогал обосноваться в мегаполисе. За деньги он делал поддельные регистрации и патенты. Подозреваемый совместно с участниками, действуя от лица коммерческой фирмы и используя фиктивные реквизиты и печати, за денежное вознаграждение организовывал незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. В частности, злоумышленники изготавливали поддельные документы, якобы подтверждающие легальное пребывание в России иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о местах их регистрации и работы. Печатал поддельные документы мужчина дома на обычном принтере. Полицейские изъяли его при обыске. Нашли стражепорядка и бланки для регистрации, и печати, которые использовал злоумышленник. По словам задержанного, поддельные документы он делал целых 5 лет. Зарабатывал до 70 тысяч рублей в месяц. Просто изначально работали на стройке, там, поэтому уже одно и то же. 7 лет, даже больше. Устали от такой работы. А эта работа проще, да? Ну, да, проще. Проще, но вне закона эти риски мужчина не учел. И теперь отправится в тюрьму 5 лет. По статье «Организация незаконной миграции» возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут подельников задержанного. А на западе Москвы стражепорядка выявили импровизированную деревню, где жили мигранты с поддельными регистрациями. В их документах адрес проживания, разумеется, был другим. Этот поселок находился в лесу. В момент, когда пришли полицейские, там было около 80 человек. Всех их проверили. 25 мигрантов находились в России незаконно. Им выписали штрафы. Поселок был обнесен железным забором. Жили нелегалы в небольших сооружениях. Спальные места, посуда, все как полагается. Даже кошек завели. Полная антисанитария никого не смущала. Но приезжим все же пришлось попрощаться со своим пристанищем. По решению администрации округа все конструкции в лесу снесли. Любовь Фомичева, Петровка, 38.